Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам хочу показать, как связать вот такую самую простую, самую легенькую манишку на пуговичках. В предыдущих видеоуроках я вам показывала, но, честно говоря, это немножечко другая, и, соответственно, здесь резинка 1 на 1, регланные линии довольно-таки аккуратные, подходят также для мальчика. В общем, вязала я эту манишку в комплекте к шапочке-дракончику. И сегодня с вами хочу поделиться, как связать именно вот такую манишку. Сейчас я вам покажу в развороте, как она выглядит и сколько сантиметров, чтобы вы ориентировались, насколько она подходит именно вам. Если ее развернуть, то вот начиная от петелечек, она тянется до 30 сантиметров, скажем так, не слишком натянутая. Вот она в таком, скажем так, легком отмеривании, вот 30 сантиметров, то есть обхват горлышка где-то 27 сантиметров можно смело делать, в принципе не будет давить. Высота резиночки моей 6,5 сантиметров и высота грудочки 7,5, то есть вот 7,5 сантиметров плюс 6,5, это что получается у нас 14 петель, в общем. Кому понравилось, присоединяйтесь к нам, мы начинаем вязать. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла Alize Alana Gold, не 240 метров в 100 граммах. Также спицы номер 3,5. Крючок для заправки кончиков и обвязывания. У меня будет, как всегда, беленькая оборочка, поэтому я взяла немного белого цвета. Она немножечко тоньше ниточка, чем основная моя пряжа. Ну, в принципе, для обвязывания подойдет. Также нам понадобятся ножнички и 3 пуговички. Я взяла разноцветные. Вы можете взять пряжу любого цвета, так и пуговички. Можете взять однотонные, другие, побольше. В общем, в принципе, на ваше усмотрение. Для начала нам нужно набрать 64 петельки. Но отступите побольше расстояния, чтобы остался по длине кончик сантиметров. Где-то 20. Набираем на первую спицу начальные 2 петельки, затем приставляем вторую и набираем дальше. 3, 4. Теперь, смотрите, я не зря оставила небольшой кончик ниточки. Этой ниточкой я потом буду пришивать свои пуговички. Можете ее, чтобы вам не мешало, вот так вот намотать, сделать такую, так сказать, небольшую вот... вот так вот кружочек и прицепить булавочкой его, чтобы он вам не мешал. А теперь освобождаем свободную спицу, на которой у нас нет начальных петелек, и вяжем следующим образом. Первый ряд провязываем так. Кромочную, это у нас первая, и последнюю кромочную мы будем задействовать таким образом. Смотрите, первую будем снимать, а последнюю всегда провязывать изнаночной без изменений. Сняли первую кромочную, затем провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так провязываем до конца ряда. Кромочную не забываем, также провязываем изнаночной, независимо от того, где она находится, на поряде лицевой или на порядке изнаночной. В общем, провязываем лицевая, изнаночная, так до конца ряда. Провязали кромочную изнаночной и разворачиваем. Второй ряд снова первую снимаем, затем вяжем по рисунку. У вас здесь первая идет изнаночная, значит провязываете ее изнаночной. Лицевая затем, лицевой так и провязываете. Изнаночная провязываете под изнаночной и лицевая провязываете под лицевой. То есть снова чередуете лицевая и изнаночная. Таким образом мы уже с вами формируем резинку 1 на 1. То есть провязываем... Сейчас лицевая, изнаночная до конца ряда по рисунку. Кромочная провязываете также изнаночной. Третий ряд снова провязываем по рисунку. Кромочную снимаем, затем вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Снова по рисунку до последних 4 петелек. Провязываем не до конца ряда, а до последних 4. Итак, довязали до последних 4, пятая у нас кромочная. Вот 4, пятая кромочная. Она у нас сейчас пока не в счет. И на этом месте мы будем формировать петелечку первую. То
То есть провязываем. У нас здесь изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, а затем кромочная. Вот мы эту изнаночную первую и вторую лицевую провязываем вместе изнаночной. А затем делаем накид. Просто вот так вот накидываете ниточку вот так вот на правую спицу. И довязываем ряд до конца. Изнаночная лицевая, кромочная, изнаночная. Разворачиваем наше вязание и провязываем так ряд. Смотрите, кромочную снимаем, затем у нас идет изнаночная. Провязываем изнаночную, затем лицевая. Провязываем лицевой. А накид мы провязываем изнаночной, так как по очереди у нас сейчас должна быть изнаночная. А лицевую, там, где мы вместе провязывали, провязываем лицевой за переднюю стеночку. Таким образом, как вы видите, у вас получилась вот такая вот петелечка. Теперь продолжаем изнаночная лицевая, до конца ряда по рисунку. И теперь смотрите, я сейчас выключу камеру, а вы продолжаете вязать без меня резинкой 1 на 1. То есть в каждом ряду вы сейчас пока без изменения каких-либо петелечек всего, в общем, провязываете еще от этой петелечки где-то сантиметрика 3 вот здесь вот. У вас будет находиться через 3 сантиметра, можно даже через 3,5 вторая петелечка. И тогда я включу камеру. Вязание вы должны остановить на изнаночном ряду. То есть смотрите, я сейчас в принципе как бы вяжу, получается, изнаночный ряд. Если вы посмотрите по косичке, у нас это изнаночная сторона. Но в вязании для меня она, честно говоря, вот смотрите, возле горлышка, если будет вот такая косичка, для меня она красивее, чем вот эта сторона. Поэтому для меня будет изнаночная именно вот эта сторона, где, ну, как при наборе, не гладкая косичка, а вот как бы изнанка, вот такие вот выпуклые. Поэтому я хочу, чтобы вот это была лицевая наша часть. И закончим мы вязание, получается, на вот этой стороне. То есть провяжите 3-3,5 сантиметра и остановитесь именно на вот этом ряду. Чтобы вот эта петелечка у вас была в конце ряда. То есть вот здесь вот не довяжите в изнаночном ряду 4 последние петельки, и 5 у вас будет кромочная. Вот я провязала 3,5 сантиметра от первой петелечки и сейчас довязала, так сказать, почти до конца, оставила 4 петельки, и 5 у меня кромочная. И теперь, так как у меня первая изнаночная, то я изнаночную лицевую провязываю вместе изнаночной. Теперь делаю накид и довязываю до конца изнаночная лицевая и кромочная изнаночная. В лицевом ряду кромочную снимаем, затем идет изнаночная лицевая. Накид мы провязываем изнаночной. Затем у нас идет лицевая, за переднюю стеночку провязываем. И продолжаем довязывать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до конца ряда. После того, как мы довязали лицевой ряд до конца, у нас вот, как вы видите, уже 2 петельки. И третья у нас будет располагаться, последняя петелька, когда будем увеличивать регланными линиями нашу манишку. Где-то на таком же расстоянии, приблизительно 3,5 вот сантиметра, как между первыми петельками. Если вы, допустим, 3 оставляли, то где-то через 3 сантиметра вам нужно будет сделать снова третью петельку. Проследите за этим, чтобы не забыть этот, не упустить момент. И, в общем, после того, как мы набрали высоту, так сказать, горлышко. У меня это 6,5 сантиметров. Если у вас получилось немного меньше, больше, в принципе, ничего страшного. Для такого возраста подойдет, в принципе, и такая, так как мы делаем в одно сложение. И теперь мы будем вязать по следующей схеме. Смотрите, сейчас я вот нарисовала, извините, не художник, но нарисовала вот такую вот схемку. Здесь мы, получается, вот начало нашей манишки, так сказать, начало и конец. По одной я написала вот кромочные. Затем с одной стороны у нас идут петелечки, с другой стороны идут пуговички. Вот так. Теперь мы поделим наше вязание на 4 части. Первая часть, вторая, третья, четвертая. Будет разделять наши части. В данном случае 2 кромочные, то есть с одной стороны и с другой стороны. Затем регланная линия первая,
регланная линия вторая и третья. То есть у нас будет всего три регланные линии. На них мы будем использовать по 2 петельки. То есть наши 64 мы уже использовали, из них 6 петелек. Затем в первой части у нас будет 14 петелек плюс 1. То есть 1 мы берем из-за петелек, из-за пуговичек, то есть с одной стороны и с другой стороны. У нас будет получается 15 петелек. Затем с передней части с одной 13 петелек, с другой 13 петелек и снова закончится 15 петелек. То есть вот таким вот образом, почему здесь больше мы берем? Из-за того, что у нас здесь петельки, пуговички, то есть у нас с этой стороны 2 петелечки и с этой стороны 2 петелечки, затем заберется, когда вы будете застегивать пуговички. Итак, в общем, мы сейчас провяжем 15 петелек лицевой, затем регланная линия 2 изнаночные, снова 13 лицевых, 2 изнаночные, регланная линия 13 лицевых, 2 изнаночных, 15 лицевых. Но обратите внимание, мы сейчас будем вязать с изнаночной стороны, то есть вы довязали вот лицевой ряд, у вас получается с правой стороны будет вот этот вот кончик начала вязания. Как бы по-правильному, если, то мы сейчас будем вязать с лицевой стороны, там, где у нас нечетные как бы ряды 1, 3, 5, 7 были и так далее. Но я, как бы, честно говоря, еще раз повторюсь, люблю, когда вот эта косичка у меня с лицевой стороны, а вот это вот у меня, я забираю его в изнаночную сторону. Итак, в общем, сейчас, чтобы не заворачивался край, я вам расскажу, как я буду вязать. Первую кромочную снимаем, затем по, так сказать, по нашей небольшой схемке у нас идет 15 лицевых. Но я вот эту вот первую изнаночную буду так и провязывать по ходу всего вязания изнаночные. Еще раз повторюсь, для того, чтобы не заворачивался у меня край, так как у меня сейчас будет идти изнаночная гладь начинается. Теперь провязываю 14 лицевых, 1, 2, 3, но обратите внимание, лицевые мы будем провязывать за заднюю стенку по ходу вязания, а изнаночные за переднюю стеночку, то есть вот таким вот образом. Итак, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Провязали наши 15 первых, то есть 1 изнаночная, 14 лицевых. И сейчас у нас идет регланная линия. Провязываем лицевую за заднюю стеночку, изнаночную провязываем как обычно. То есть почему так? Чтобы у нас не была перекрещенная косичка с лицевой стороны. Провязали первую часть и регланную линию. Далее идет у нас 13 лицевых. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Снова идет регланная часть. 2 изнаночные провязываем. Снова лицевую за заднюю стеночку. Затем вторая часть 13 у нас идет. Мы так и провязываем 13 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем провязывать лицевой. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали 13 лицевых. И далее у нас идет снова регланная линия. Лицевую провязываем за заднюю стенку изнаночной и изнаночную, как обычно. Провязали нашу регланную линию 2 изнаночные. И у нас снова идут 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. А далее у нас идет после 13, 14 и 15 идут изнаночная, лицевая. Так и провяжем их. Изнаночная, лицевая и кромочная, изнаночная. С этой стороны мы также провязали изнаночную, для того, чтобы у нас не заворачивался краешек. Теперь разворачиваем наше вязание. И лицевой ряд. Провязываем кромочную, снимаем, затем у нас идут 15 лицевых. Провязываем с этой стороны 15 изнаночных, то есть вяжем изнаночную гладь. Но вот эту лицевую нашу, которая у нас идет вторая, так сказать, из основных петелек 15, мы провяжем лицевой.
Затем продолжаем до регланной линии, до двух лицевых, провязывать изнаночными петельками. То есть вот эти наши 15 петелек, исключая ту начальную лицевую, провязываем до регланной линии. Вот мы дошли до двух лицевых. Вот они у нас 2 лицевые. Мы провязываем так. Провязали 15 изнаночных, делаем накид. Затем провязываем вот так вот, смотрите, сначала провязываем вторую лицевой, не снимаем, а затем провязываем первую лицевой. А теперь снимаем наше вязание, вот так вот. Мы сделали перекрещивание в левую сторону. Теперь снова делаем накид и провязываем 13 петелек изнаночными. То есть как бы мы регланную линию будем делать с перехлестом. А сейчас мы, получается, провязали наши 15 петелек, затем сделали регланную линию только что и довязываем 13 петелек изнаночными петлями с лицевой стороны, с изнаночной стороны они у нас будут лицевые. Итак, довязали снова до регланной линии, делаем накид, затем провязываем вторую петельку лицевой, не снимая. Затем первую лицевой. И тогда снимаем. И снова делаем накид. Таким образом мы сделали не только перехлест в левую сторону, а с помощью накидов делаем прибавление. Снова 13 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Снова делаем накид, провязываем снова вторую лицевой, не снимая вязание, затем первую лицевой и снова сделали перехлест в левую сторону, наклон. Снова накид для того, чтобы увеличить количество петелек и довязываем наше изнаночное до конца ряда, кроме предпоследней, она у нас будет лицевая, еще раз повторюсь, для того, чтобы не заворачивался краешек. Вот. Довязали изнаночные, затем предпоследнюю лицевую провязываем лицевой, и кромочную провязываем изнаночной. Изнаночный ряд провяжем сейчас по рисунку. Кромочную снимаем, затем у нас идет изнаночная, так и провязываем ее изнаночной. Далее у нас идут лицевые, наши 15, так сказать, лицевых, минус одна изнаночная, которую мы провязываем в начале, для того, чтобы не заворачивался краешек. Провязываем все лицевые. Затем у нас идет накид. Мы провязываем его лицевой, но за заднюю стеночку. Вот, смотрите, мы провязали его такой же лицевой за заднюю, для того, чтобы она была перекрещена. А 2 изнаночные регланные мы провяжем 2 изнаночные. Затем снова у нас идет накид. Мы провязываем его за заднюю стеночку лицевой. Вот так вот. И вяжем наши лицевые до следующего накида и регланной линии полностью все по рисунку. То есть провязываем наши внутренние. Пока что их 13 петелек лицевых. Но с каждым прибавлением их будет становиться на 2 больше. Вот, довязали лицевые. Теперь снова идет накид. Мы провязываем его лицевой за заднюю стеночку перекрещенной. 2 изнаночные провязываем изнаночными. Затем снова идет накид. Мы его провязываем лицевой за заднюю стеночку. И лицевые провязываем снова до следующей регланной линии до накида и 2 изнаночных. Провязываем лицевые наши петельки и снова дошли до регланной линии, провязываем наш накид лицевой за заднюю стеночку, затем 2 изнаночные провязываем 2 изнаночными, накид следующий за заднюю стенку лицевой и довязываем наши лицевые. Довязываем лицевые до изнаночной. Это получается наш второй ряд. Будем считать от начала реглана, так сказать,
провязывание. Это наш второй ряд. Вот она, получается, вторая с конца, третья, если считать с кромочной, она у нас изнаночная, затем идет лицевая, и кромочную провяжем изнаночной. Третий ряд, если будем считать, начиная с лицевого ряда, то есть вот сейчас он у нас идет, кромочную снимаем, изнаночная, затем снова вот лицевая, и провязываем наши изнаночные петельки. Теперь у нас их не 15 вместе с лицевой, а 16, так как здесь у нас было одно прибавление. Вот, довязали вместе с нашим вот накидом, у нас здесь накид провязан был лицевой. Снова идут впереди две вот такие вот лицевые, так скажем. Делаем перед лицевыми накид, затем провязываем вторую петельку лицевую, провязываем ее лицевой, не снимая. А затем первую лицевой, теперь снимаем. Таким образом мы сделали снова наклон в левую сторону, делаем накид и провязываем наши изнаночные. Изнаночных теперь не 13, а 15, так как в прошлом ряду прибавления мы добавили по обеим сторонам 2 петелечки, то есть по одной петельке с каждой стороны. У нас 13 плюс 2, это получилось 15. Провязали 15 изнаночных, а теперь снова дошли до двух лицевых, снова делаем накид, провязываем вторую лицевой, затем первую лицевой, и только после этого снимаем наше вязание. Снова накид и провязываем остальные 15 изнаночных, то есть снова наши 13 изнаночных плюс 2 прибавки, 2 накида по обеим сторонам по накиду было. Таким образом у нас средние 2, там где по 13, у нас будет увеличиваться по 2 петли добавляться, а там где по 15 было, всего лишь по одной с каждой, с одной стороны, то есть получается здесь с вот этой стороны регланной мы добавляем, а здесь с вот этой, то есть вот так. Теперь довязываем изнаночной, снова у нас 2 лицевые, мы делаем накид, затем провязываем вторую лицевой, не снимая, первую лицевой снимаем, затем снова накид и довязываем изнаночные до предпоследней лицевой. Лицевую мы провяжем лицевой, а кромочную провяжем изнаночной. И еще раз я вам сейчас покажу, как связать изнаночный ряд, но после этого я думаю, что вы справитесь самостоятельно. То есть вот лицевая провязываем лицевой и кромочная изнаночная. Еще раз покажу вам начало изнаночного ряда, в дальнейшем я вам изнаночный ряд показывать не буду, я думаю, что в принципе вам связать по рисунку будет легко. Итак, в общем, провязываем кромочную, затем идет изнаночная, провязываем изнаночную. Все лицевые провязываем лицевой до накида. То есть вот эти петельки лицевые так и провязываем лицевыми до накида нашего. Еще раз повторю, что у вас получается сейчас с левой стороны с регланной линии добавилась одна петелька. Вот довязываем вот эту лицевую. И сейчас у нас идет накид. Накид мы провязываем лицевой за заднюю стеночку. Таким образом, вот она, петелечка снова добавилась. Затем идет 2 изнаночные. Провязываем 2 изнаночные. Накид провязываем за заднюю стеночку лицевой. И снова до следующей регланной линии провязываем средние лицевые. Дошли до регланной линии и накид провязываем лицевой за заднюю стеночку. 2 изнаночные так и провязываем 2 изнаночные и снова накид лицевой за заднюю стеночку. Снова довязываем лицевые вот эти вот до следующей регланной линии. Они у нас тоже увеличились. Вот, довязываем. И подошли снова к нашей регланной линии. Снова накид мы провяжем лицевой за заднюю стеночку. Вот. Лицевой, затем 2 изнаночные провяжем 2 изнаночные и накид за заднюю стеночку лицевой. Таким образом мы будем вязать все изнаночные ряды. И довязываем лицевой до вот этой нашей петельки
предпредпоследний, так сказать. Третий после вот, если кромочная считается первая, вторая, и вот третья наша изнаночная. Вот довязываем до нее лицевыми петельками, ее изнаночную провяжем изнаночной, как всегда, и кромочную, соответственно, провяжем тоже изнаночной. Повернув вязание на лицевую сторону, кромочную снимаем, следующая идет изнаночная, затем лицевая, и вяжем изнаночными до нашей регланной линии, до двух, так сказать, лицевых. И всегда перед лицевыми и после лицевых мы будем провязывать накиды. А вот эти две лицевые перекрещивать в левую сторону. То есть, смотрите, делаем накид, затем провязываем вторую лицевой, не снимая, первую лицевой, снимаем, снова накид, провязываем изнаночные до следующей регланной линии, опять делаем накид, провязываем вторую лицевую, не снимая, первую лицевую. Теперь снимаем провязанные обе петельки. И снова делаем накид. Теперь снова до следующей регланной линии провязываем изнаночными. Довязали изнаночные, снова накид. Провязываем вторую лицевой, не снимая, первую лицевой. Перекрестили в левую сторону, теперь снова накид. И довязываем изнаночными до нашей предпоследней, провяжем ее, как всегда, лицевой, и последнюю провяжем кромочную, изнаночной также. В общем, я в принципе думаю, что вы поняли, как вязать принцип нашей регланочки, и мы провязали сейчас лицевой ряд, все последующие лицевые ряды провязываете, как сейчас мы провязывали. А изнаночные просто провязываете по рисунку. Таким образом, смотрите, вы видите уже, я думаю, наявно в глазах, что начинает увеличиваться вот количество петель постепенно по 2. И вот своего рода регланные линии мы вот красивенько, так сказать, украсили вот такими вот поворотиками. И таким образом мы будем вязать без изменения, пока у нас не наберется высота вот здесь вот 3,5 сантиметра. Если у вас было 3, то просто вяжите до 3. То есть вот такое расстояние, как от петелечки до петелечки. А затем я включу и покажу вам, как мы сделаем здесь третью нашу последнюю петелечку. Я провязала еще несколько рядочков, и вот у меня 3,5 сантиметра. Я, получается, с изнаночной стороны не довязала 4 петельки, пятая у меня кромочная. И теперь 2 первые петельки провязываю одной лицевой вместе. Затем делаю накид. Довязываю изнаночная, лицевая и кромочная изнаночные. Разворачиваю вязание. И теперь кромочную снимаю непровязанной, изнаночную провязываю, лицевую провязываю. И теперь провязываю наш накид вот этот с этой стороны, он у меня будет изнаночный. И продолжаю провязывать все изнаночные. То есть таким образом мы с вами сделали третью петельку. Вот она у нас получилась, третья петелька. И теперь довязываете буквально пару сантиметров здесь. И будем с вами заканчивать. То есть довязываете, так сказать, высоту горловинки манишки, вот этой вот, не горловинки, а скорее вот нагрудничек, вот этот вот, горловинка это вот часть, а вторая часть это нагрудничек, то есть, если он вам кажется маленьким для ребеночка, хотите, провяжите еще, допустим, 3,5 сантиметра, снова оставьте 5 петелек, 2 первые провяжите вместе, сделайте накид, и затем после того, как провяжете четвертую петельку, провяжете еще пару сантиметриков, там 1,5 сантиметра, и закончите. Но мне достаточно вот этого нагрудничка провязанного, поэтому я сейчас еще провяжу буквально 1,5–2 сантиметра и закончу свою манишку. Я связала еще парочку рядочков. Вот она моя последняя третья петелечка. И я сейчас начинаю закрывать. Первую кромочную я снимаю. Затем следующая у меня идет изнаночная. Я так и провязываю ее изнаночной, но крайнюю кромочную одеваю на нее. Теперь следующая у меня лицевая. Так я ее и провязываю лицевой. И снова
Первую одеваю на вот эту провязанную лицевую. Теперь у меня идут изнаночные. Я их и провязываю. Изнаночная, одеваю на изнаночную. Снова идет изнаночная, снова одеваю на изнаночную. И вот это у нас получается петелечка, которая постоянно будет на правой спице, будет одеваться на вторую провязанную. Вот, допустим, у нас идет изнаночная, так и одеваем ее вот так вот на изнаночную. Затем снова у нас изнаночная, одеваем вот так вот на нее снова изнаночная. Я, в принципе, могу провязывать все лицевые, но, честно говоря, мне кажется, если провязывать петельки, как они вот идут, то есть там, где изнаночные, провязывать изнаночные, там, где лицевые, провязывать лицевые, будет гораздо красиво ложиться наше закрытие петелек. И, в общем, вот таким вот образом, протяжками закрываете петельки. Если хотите, в принципе, можете посмотреть в моем видеоуроке, который я специально записывала по поводу закрытия петелек. Ну, в принципе, я думаю, что здесь вам все должно быть предельно понятно. Продолжаете вот таким вот обычным способом, одним из, так сказать, простых обычных способов закрывать петельки. Вот мы подошли к регланной линии. Вот, допустим, можете провязать одну петельку лицевой, протяжка, снова петелька лицевой и протяжка. В принципе, здесь можно сделать перекрещивание. То есть, вот, допустим, провязать не лицевая и протяжки, а, к примеру, сначала вот так вот снимите обе петельки, затем сначала вот так вот оденьте первую на спицу, левую, а затем вот так вот вторую. И провяжите одну лицевую, вот эту вот протяжку сделайте. И вторую провяжите лицевой и сделайте протяжку. Так даже, мне кажется, очень красиво смотрится вот так вот. Теперь вот первую, ту, которую мы поменяли местами с наклоном влево. И получилось вот такое вот перекрещивание. Наше обычненькое, и значит так смотрится хорошенько. И, в общем, таким вот образом тоже перекрутите второй раз и делаем закрытие петелек. Вот, как вы видите, получается довольно-таки аккуратный краешек. Все ровненько, красивенько. Продолжайте закрывать изнаночными петельками до следующей регланной линии. Дошли снова до регланной линии. Снимаем 2 лицевые петельки. Затем одеваем сначала первую, вот так вот. А та, которая у нас сейчас посерединке снята, переносим вот так вот снова вперед. Теперь провязываем первую лицевой. Делаем протяжку. И вторую провязываем лицевой. И делаем протяжку. Таким образом, мы снова сделали наклон влево. И у нас получился вот такой вот поворотик, как вот здесь. Как он шел влево поворотик, так он здесь у нас и идет влево поворотик. Вот, красивенько, все аккуратненько. Дальше продолжаете снова. Изнаночная протяжка, изнаночная протяжка. До следующей регланной линии, где я вам последний раз смогу показать, как нам поменять петельки, чтобы красиво закончить регланную линию. Опять дошли до регланной линии. Все, третья у нас линия. Снова снимаем 2 петельки. Затем одеваем сначала на левую спицу первую петельку. Затем одеваем вторую. Вторую провязываем лицевой, делаем протяжку. И первую провязываем лицевой, делаем протяжку. Заканчиваем мы изнаночной протяжкой, изнаночной протяжкой. В общем, до момента, когда у нас вот здесь вот получается лицевая, предпоследняя перед кромочной последняя, у нас идет лицевая. То есть эти вы заканчиваете изнаночная протяжка, изнаночная протяжка. Вот эту предпоследнюю, последнюю лицевую, так сказать, из манишки вы провязываете лицевой, кромочную провязываете изнаночной. В общем, и делаете протяжки. То есть здесь не забудьте сделать, все-таки провязать лицевой для того, чтобы все-таки красиво закончился у нас узорчик. Но я сейчас еще включу вам, покажу.
У нас осталась одна лицевая и кромочная. Лицевую провязываем лицевой, делаем протяжку. Кромочную провязываем, как всегда, изнаночной и делаем протяжку. Все, на этом мы закончили провязывать спицами. У нас получилась в итоге вот такая вот, так сказать, закорлючина. Но для того, чтобы ее красивенько выровнять и, так сказать, разгладить красивенько, чтобы у вас получилась такая вот манишечка легла красивенько, то я вам предлагаю сейчас после обвязывания либо просто намочить ее немножечко, ну, либо хотите, не дотрагиваясь утюгом, просто паром немножечко так вот ошпарить. Гладить я вам не советую вязаные вещи, так как, честно говоря, ни одну вещь попортила уже, я не знаю, те, кто дают советы по поводу глажки вязаных вещей. Честно говоря, полбывало. В общем, итак, пришиваем сейчас, вот у нас получается с правой стороны, у нас 3 петельки. Вот так вот. С левой стороны у нас нужно пришить вот этой вот ниточкой, которую мы оставляли. Вдеваем в иголочку и пришиваем пуговички. Те, которые мы приготовили в начале. Если у вас это разноцветные, как у меня, разноцветные пришиваете. Если однотонные, можете взять однотонные. Я буду пришивать их в виде, так сказать, вот такого вот светофорчика. Обязательно, когда будете пришивать пуговички, обязательно примеряйте. То есть, где у вас должны располагаться. Допустим, если у вас здесь петелька, то пуговичка должна быть находиться на вот этом уровне. То есть, пришиваете ее на уровне петелечек. Ни в коем случае не пришью, а потом пройдет. Нет, ни в коем случае, потому что это очень важно. Запомните, пуговички пришиваются на уровне петелечек. Чтобы потом у вас не было вида растянутого, торчащего. И так мы сейчас будем обвязывать. То есть пуговички вы пришьете, я думаю, самостоятельно. Вот этот кончик, так сказать, мы сейчас обрежем. Вытянули немножечко петельку, обрезаем. Вот этот кончик, я думаю, вы самостоятельно сможете убрать. Обязательно, когда будете вот здесь вот убирать этот краешек, смотрите, чтобы у вас здесь никаких петелек вот здесь вот торчащих не было. Все как бы подбираете, все красивенько убираете, подтягиваете. Можете даже воздушную петельку сделать вот так вот, как я. И тогда крепите вот эту ниточку. Можете даже вот здесь вот в косичке ее закрепить. То есть ее, в принципе, берете крючочек, ее, в принципе, можно спрятать вот здесь в косичке. Если вы спрячете в косичке, то ее, я думаю, даже и видно не будет, потому что мы сейчас будем делать обвязывание, то, в принципе, она где-то там потеряется из нашего обзора. И, в общем, вот так вот продеваете по ходу плетения косички вот здесь вот, по ходу закрытия петелек. Вот. Прячем ее. После того, как вы спрячете, берем белую ниточку. Вот так вот проденьте еще несколько штучек. Я пока, честно говоря, этому внимания сейчас не буду уделять. Берем белую ниточку. И после того, как мы, так сказать, до вот здесь вот допротягиваем нашу ниточку, берем крючок и вот здесь вот в первую петелечку, вот кромочную нашу, вот за обе стеночки, берем, продеваем ниточку беленькую. И вот бросаем вот этот коротенький краешек. В принципе, мы потом его просто спрячем между, так сказать, между нашими рядочками, косичками. А из белой ниточки основной делаем воздушную петельку. И еще 3. 1, 2 и 3. Отсчитываем одну петелечку закрытия. То есть через одну. Вводим крючок за обе стеночки. И делаем соединительный столбик. Теперь снова 1, 2, 3 и 4. То есть тот соединительная петелька и еще 3. Это получается 4 воздушные петельки. Теперь я сделала 4. И снова ввожу крючок через одну за обе стеночки. Делаю соединительный столбик. Теперь снова 1, 2,
3, 4 воздушные петельки и ввожу крючок через одну петелечку. Обратите внимание, за обе стеночки. Делаю соединительный столбик. Снова 1, 2, 3, 4. Через одну петельку ввожу крючок, делаю соединительный столбик. Снова 1, 2, 3, 4. Для тех, кто не знает, что такое соединительный столбик, я вам покажу очень медленно, постараюсь. Через одну петелечку вводите крючок, захватываете ниточку, у вас на крючке 2 петелечки. И вот эту вот, которая у вас с основной ниточкой, продеваете через петелечку. И у вас вот так вот как бы основная ниточка получается ходит вот так вот. Видите? Теперь снова делаете 1, 2, 3, 4 петельки. Через одну вводите крючок, захватываете ниточку и эту же ниточку продеваете через петелечку. Снова 1, 2, 3, 4. Через петельку вводите крючок и продеваете. Вот такими вот веерочками мы обработаем краешек нашей манишки. Так делайте до конца ряда. Я обвязала край до конца. Как раз у меня получилось вот здесь вот через одну последняя, так сказать, такая вот петелечка. Теперь я обрезаю. Я сделала полустолбик соединительный этого вот, сказать, колечка, полуколечка, так сказать, вот. И вытянула обрезанную ниточку. Теперь нам осталось лишь закрепить вот этот кончик, красивенько его спрятать и пришить наши пуговички. То есть после того, как вы пришьете пуговички, я сейчас этого в принципе делать не буду, я думаю, вам здесь все осталось понятно. Я предлагаю вам все-таки, чтобы вы не забыли, либо намочить, либо немножечко как бы ошпарить, но не дотрагиваться утюгом, не забудьте, что не надо гладить. Еще раз повторюсь вам. И вот этой ниточкой пришейте, опять же, повторюсь, на уровне петелечек ваши пуговички. И наша манишка готова. Я надеюсь, что вам понравился мой видеоурок. Все довольно-таки понятно и доступно. Если что, обращайтесь, пишите в комментариях. А также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе моих новостей. Пока-пока!